Всем привет, на связи Ресим, и сегодня мы продолжим прохождение игры Change – симулятор бездомного. В прошлой серии нам удалось найти работу, открыть банковский счет и немного его пополнить. Но, к сожалению, нас уволили с прежней работы, и в этой серии нам придется найти новую. Так, банковский счет мы последний раз пополним с прошлой зарплаты. 59 фунтов. Осталось еще 91, и можно будет арендовать комнату. А пока спим, как обычно, в приюте. Так. Зима закончилась. Так, нужно покормить собаку. И продолжаем путешествие по улице. Так, сейчас зайдем в агентство. Так, у меня депрессия, поэтому нет сил на работу. Ну и, судя по всему, моя заявка от этого будет отклонена. Что ж, тогда нужно приниматься за игру на гитаре. Чтобы день прошел не зря и хоть сколько-то денег заработать. Заодно игра на гитаре при максимальном заполнении шкалы музыки восполнит немного счастья, что мне как раз выведет из депрессии. Так, нажимаем на ноты. Как и раньше. Благодаря перкам шкала заполняется гораздо быстрее, чем раньше. Ну и это усложняет попадать на ноты в правильном порядке. Так, еще немного заработал. Продолжаем дальше. Так, еще один фунт. Так, и сейчас я должен восполнить немного счастья. Да, вот 39. Так. 40. Так, заполняем шкалу. Еще раз. Все. Новый перк. Так. Набис. Редко возрастает максимальный множитель, но подают вам медленнее. Какая-то странная фигня. Не совсем пойму. Так, талант лучше, вот максимальный множитель будет чуть выше, его и возьму. Так, выпьем воды, повысим гигиену и немного голод дали. О, можно подать заявку. Значит, депрессия пропадает на уровне счастья 40. Так, идем по улице к магазину. Заходим, так, берем сэндвичей, даже пару штук. И еще закладку. Это уменьшит потерю знаний. Так. Все готово. Теперь так, посмотрим. Мелочь нету. Так. Идем в туалет помыться. Так. Ну и время практически на исходе. И пока можно еще немного поиграть на гитаре. Чтобы каждое время использовать с пользой. Так, заодно и счастье можно поднять еще на единицу. Так, играем, играем. Так, это уже вечер. Нужно не пропустить, как в прошлый раз, один раз я уже пропустил. Так, все, спим. Еще один день прошел. Вы ложитесь в койку и какое-то время смотрите в потолок, не в силах заснуть. Каждый день вы чувствуете, что теряете часть себя. На улицах проще выжить тому, кто жесток, это их закон. Где-то через час вы начинаете засыпать, и все остальные уже храпят, но вдруг вы замечаете через пару коек юношу, спящего с рюкзаком на груди. Рюкзак открыт, может быть, удастся что-нибудь стащить? Нет, мы не будем. Так, нет, вы не из этих. Вы отворачиваетесь, чтобы не видеть рюкзак, и пытаетесь заснуть. Это мелочь, но вы собой гордитесь. Отлично, вы повысил себе счастье на 10 и еще репутации. Немного. Так, еще зададим немного денег в банк. Приближаясь к своей заветной мечте. Так, заявку отклонили. Подаем новую заявку на продавца газет. Здесь ничего интересного. Продолжаем идти дальше. Так, заглянем в этот автомат.
Так, вода. Ну, пока не нужна. Дилер предлагает таблетки, но они нам не нужны. У нас и так ломка. Пока что у нас денег и работы еще нет достаточных для недвижки. Так, поучимся в библиотеке. Возьмем читательский билет. Это позволит нам брать книгу с собой. Так, новый перк. Вот, на час позже можно приходить на работу. Отлично. Так, чтение добавило вам веры в людей. Неплохо. Так, потратим весь день, наверное, на учебу в библиотеке. Так, все, вечер. Зато знаний у нас достаточно, чтобы уже на любую вакансию подать заявку. Пора идти в приют на отдых, чтобы не оказаться снова на улице. Хоть и не зима, но все равно. Так, вот у меня прописка и получу предмет одежды через 2 дня. Уже хорошо. Так, вы засыпаете не сразу. Огни фонарей, шум машин. Может быть, скоро вы не сможете без них засыпать. Эта мысль тревожит вас. И вы знаете, что она может оказаться правдой. Насколько вы уже изменились, и сколько времени пройдет, пока вы совсем не забудете свою прошлую жизнь. Так, я получил предмет гигиены. Гигиена будет падать чуть медленнее. Так, в туалете мне пока делать нечего. Зайдем в магазин. Так, купим батончик. Голод восполнен. Так, на обувь мне не хватит. Возьму еще один батончик. Так, все. Так, проверили инвентарь. Все на месте. Так, идем проверять вакансию. Что там с работой? Так, мелочи по пути. Нет, мелочи нет. Неплохо. Так, зайдем теперь на работу. Отлично, нас устроили. Проведем время с пользой. 13,5 фунтов. Так, работа вызвала у меня боль в спине. Так, и новый перк. Ну, я возьму опыт. Получить шанс работу гораздо выше. Так, сейчас пойдем в магазин. У нас есть 22 фунта. А там есть ботинки, которые мне, в принципе, необходимы. Так, они ускорят ходьбу. Все. А теперь нужно помыться и согреться. Готово. Так. Времени, конечно, немного. Перекусим. Выпьем сока для счастья. Так, и пора отдыхать. Еще один день прошел. Так. Счастье у меня пока стабильно на 50 держится. Так, хот-дог. Снова заносим деньги. Уже 72 фунта. Так, мелочи. Да, ну пожалуйста. Да. Полфунтика. Идем дальше. Попрошайничать. Мелочи с собой нет. Так, а сейчас время на работу, пора отправляться. Проходит еще один день, 13,5 фунтов. Так, низкая гигиена напрягает некоторых коллег. Так, на работе было чисто, такой легкий день. Это повысило мне немного счастья, правда, совсем немного. Ну и это хорошо. Так, надо перекусить. Отправляемся далее. В туалет помыться. Так, надо покормить собаку. Так, вообще мне надо бы прикупить корм для собаки. Так, его здесь нет. Так, пойдем в другую сторону.
Новый перк. Голод наступает медленнее. Не такой уровень счастья не достигнуть. Так, сильные ноги. На скорость ходьбы погода влияет меньше. Наверное, его и возьму. Так, зайдем в банк. Еще внесем несколько фунтов. Отлично. Так, и время в приют идти. Все, отдыхаем. Так, новый день, рассвет. Зайдем в магазин сначала. Корм для собак появился. Так, сэндвич мне тоже хватит. Так, и деньги закончились. Ну, сейчас заработаем на работе снова. Перекусим. Так, идем к агентству. Так что продают часы. Но, к сожалению, на них денег у меня уже нет. Может, еще мелочь кто подкинет перед работой? Ну, похоже, никто. Так, новый перк. Так, что у нас на выбор? Профи. Выше шанс найти работу, если недавно учились. Самозванец. Для работы нужно меньше знаний. Честный труд, вы получаете больше за работу на день. Ну, это не пойдет, лучше профи возьму. Чтобы, если что, опять же, получить работу быстрее. Так, на работу. Новый консультант в магазине. 16.25. Так, и выговор. Плохо делал свою работу. К сожалению. Если еще один выговор, то опять вылечу с работы. Так, пополняем банковский счет. Уже практически 150. Зайдем помыться. Туалет. Так. Достаем гитару. И начинаем играть. До конца дня еще есть время. А денег осталось, надо заработать совсем немного. Так. И набиваем снова музыкальную шкалу. Собираем ноты. Так. И... еще один фунт. Так. Идем в магазин. Собачий корм и сэндвич. Отлично. Так, надо быстрее в приют. Моемся перед сном. Раздача еды. Отлично. Так, новый день. Помоемся. И пойдем к агентству на работу. По пути купим батончик дешевый. Так, что здесь вода, но на ней денег уже нет. Так, может, еще кто-нибудь мелочь подкинет? Тоже нет. Так, на работу. Нет, я рано пришел. Еще немного подождать. Все, время подошло. Можно идти на работу. Так, вы замечаете, как покупатель запихивает вещи себе в карман. Сообщите менеджеру, конечно. Так, 16.25. Ой, бонус за поимку вора. Замечательно. Так, идем в банк. Вносим деньги. По максимуму. Так, все, купим еще батончиков. Ходим помыться в туалете. Так. Что нам надо было? В магазин зайти. Что у нас тут? Сэндвич, шаль. Дорого. Так, купим сэндвич, пополним голод. По полной. Так, мелочи нету, к сожалению. Ну, время уже почти вечер. Сделаем просто помывку и отдохнем. Так, вредители немного у меня еды отжали. Так, идем. Уровень счастья у меня уже 68. Снова все цветное, красочное. Так, сок немножко можно купить. Восполняет счастье тоже.
Так, и сейчас время подойдет к работе. Так, полицейский идет. Так, и время работы пришло. Так, отправляемся на работу снова. Получаем наши 16 фунтов. Да и опять выговор. Ну ладно. В этот раз никаких бонусов. Так, идем в агентство. Так, случайно попал на полицейского. Хорошо, что меня не арестовали. Кумуемся. В агентство. Так, надо с собой иметь. Не на счету. Так, идем тогда в банк. Снимать наши заветные 150 фунтов. К сожалению, зажать кнопку нельзя, чтобы по-быстрому перечислить. Приходится каждый раз щелкать. Так, ну давай еще немного. Еще немного. Так, 150 есть, все, хватит. Несем быстрее все в агентство недвижимости, все, аренда. Нажимаем. Так, все, похоже, я закончил свое уличное существование. Так, некоторое время спустя. Да, похоже, я теперь обычный житель города, а вот эти тени, это, наверное, те же люди, кто остались на улице. Меня среди них теперь нет. Так, сюжет за данного персонажа закончен. Это, видимо, новая душа, прибывающая на улицу. Один смог начать новую жизнь, но многие не смогли. Закончите игру за трех персонажей, чтобы увидеть настоящую концовку. В будущем обязательно пройду игру и за остальных персонажей, чтобы увидеть, что же там за концовка такая. Если хотите тоже о ней узнать, пишите в комментариях. Ставьте лайки или дизлайки, кто что считает нужным. Мне лично игра понравилась. Описывает всю тяжесть пребывания на улице. Пусть все упрощенно выглядит и немного рутинно, но по-другому при такой жизни, а точнее выживании, быть и не может. Как человек, побывавший в шаге от ситуации, описанной в игре, могу сказать только одно. Нельзя опускать руки и сдаваться. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, до связи.